Привет всем, меня зовут Юлия Довольская. И это видео, как вы поняли по названию, будет о покупках. Это покупки одежды из интернет-магазинов. Многое из того, что я заказала, мне не подошло. Я выставила их в отдельный альбом в своем интернет-магазине с ценой намного ниже. Поэтому я вам оставлю ссылку на свой интернет-магазин. И по ходу видео я вам буду показывать эти вещи. Это только один альбом. Помимо этого альбома у меня находится в интернет-магазине куча-куча вещей. Толстовки, платья, купальники, очки. В общем, все, что можно подумать, там есть. Кстати, забыла сказать, у меня в интернет-магазине проходит конкурс, так что заходите. Просто нужно вступить в группу и сделать репост. Вот и все условия. И давайте, собственно, к покупкам. Первая — это такая зеленая рубашка. Здесь на рукаве змейка. Сначала она мне что-то как-то не понравилась, но я ее примерила. И я поняла, что мне зеленый цвет даже идет. И я сделала для себя такое открытие. Поэтому я даже довольна ею. Когда я была в Киеве, я нашла себе крутые джинсы с высокой талией, о которых я так долго мечтала. Потому что у меня очень много всяких кофточек, топиков, коротеньких, под которые просто очень круто смотрятся именно высокие джинсы. И еще я заказала себе такую короткую кофту, розовую, яркую. У меня сейчас фотка есть, я здесь ставлю. На фотке я в такой кожаной юбке. Кожаную юбку я тоже выставила в свой интернет-магазин, потому что у меня, собственно, есть одна, но мне пришла еще одна. Я почему-то по ошибке заказала и забыла, и купила в магазине, когда увидела, а вот у меня нету, а потом вспомнила, что я заказала. Ну, это я, это бывает. Поэтому я выставила магазин в альбом в наличии. А, кстати, в наличии товара отправка только по Украине, а все остальные товары в моем магазине по всему миру, и доставка на все товары бесплатная, собственно. То есть вы выбираете вещь, которая вам понравилась, там в описании под фото есть ссылка, кому писать. Администратору группы вы сбрасываете ссылку на вещь, которая вам понравилась, пишите там размер, когда оплатите, все дела. И, собственно, все очень просто, задаете ей вопросы, она поможет вам выбрать размер, написать там качество, я не знаю, что еще. Дальше этот же сайт почему-то мне прислал такое длинное платье в пол, хотя я его не заказывала, это странно, хотя то, что я заказала, мне не пришло, но то, что я не заказывала, мне пришло, супер, и оно в пол, такое. Но оно порадовало меня очень хорошим качеством, хорошо, что они мне оставили ссылку на него, я сохранила фотку и добавила в свой магазин, может кто-то искал что-то подобное, то, в принципе, можете зайти посмотреть. Сзади здесь резинка. Вот. Вот, может, кто-то не поверил, но у меня действительно две эти юбки. Одна для продажи и другая себе. Дальше я заказала просто себе обычные черные высокие шорты. Пока что еще нету фоток в них, но как будто обязательно вам покажу. Они очень простые, чем мне, собственно, и понравились. Дальше я покажу сайт, где я заказала два очень классных платья. Но одно мне, к сожалению, не подошло по размеру, а второе очень-очень нравится. Сейчас я вам их покажу. Начнем с того, что мне подошло. Это такое белое платье. Оно внизу пышное и сзади такая спина. Вот, серьезно, вы спросите, куда я собираюсь его носить? Я нахожу им применение, когда-то я обязательно их надеваю, но это уже совсем другая история. Я вам здесь картинку вставлю и пока покажу другое платье. Это черное такое в пол, тоже очень крутое кружевное платье. Так оно выглядит. Ну, так, конечно, вам ничего не видно, я вам тоже вставлю картинку, но хотя бы покажу, как оно смотрится вживую и материал. Потому что это платье тоже, к сожалению, выставила. Потому что, как я уже сказала, оно мне не подошло по размеру. И внизу ноги здесь прозрачные. Оно вроде бы просто такое длинное, черное, ничего особенного, но в то же время за счет этих прозрачных элементов оно кажется такое секси. Дальше платье, которое я просто влюбилась, которое безумно классное, безумно качественное. И я не знаю, что мне делать, но оно мне тоже большое. Я не знаю, никогда не меряю мерки. Я беру всегда там, например, S-ку. Все. Ладно, я хотя бы могу выставить их в магазин, но другим людям я вам, конечно, советую, прежде чем что-то заказывать, измерять все. Оно очень оригинально за счет своей расцветки. И здесь кружевные рукава, но они как бы не видно, что они кружевные особо. Просто материал такой кружевной на рукавах. И да, здесь идет оно вместе. Меня спрашивали, оно вместе или отдельно, оно вместе. То есть оно у вас спадать не будет. Раз я уже показываю вам такие вечерние платья, то покажу еще одно платье. Это вот такое. Вверху здесь такой блестящий топ и длина впереди. Впереди оно очень короткое, а сзади длинное. И очень красивый персиковый цвет. Вы его тоже можете найти в моем магазине. Дальше такой топ с ажурным низом и с такими шипами. Это на лето я уже немножко вещей покупаю. И мне нравится.
Далее обычное телесное платьице. Я безумно рада, что мне подошел размер, и оно мне нравится. Оно такое приталенное, то есть оно хорошо сидит по фигуре, подчеркивая все достоинства, так сказать. Оно хорошо сидит на талии, и мне очень нравится, когда платья иногда даже специально сужены к Натальи. Ромби мне опять написала с предложением сотрудничества. Я безумно рада, потому что у них очень классные, качественные вещи. Многие из которых я вставляла в свой интернет-магазин по очень низкой цене. Почти там не осталось вещей, но есть, по-моему, лосины от Ромби. Можете посмотреть. И давайте покажу, что я там выбрала. Это просто... Когда я его достала с посылки, я подумала, черт, оно короткое. И я очень так расстроилась, потому что, ну, оно безумно такое крутое. Когда я его примерила, я очень обрадовалась, потому что оно мне не короткое, оно нормально село, и я безумно этому рада. Поэтому, можно сказать, мне даже повезло. И здесь такой красивый ажурный низ. И так оно выглядит сзади, собственно. Видите, здесь талия тоже уже. Это очень большой плюс для платья, потому что фигура смотрится просто бомбезно в таких платьях. Я очень давно себе искала леггинсы, чтобы они хорошо сели. Вы спросите, как леггинсы могут плохо сесть? Да, могут, потому что некоторые делают ноги полнее и смотрятся совсем некрасиво. И есть такие блестящие леггинсы, они вообще утолщают ногу в два раза. Я не знаю, я нашла наконец-то те, которые я так давно себе искала на сайте Ромби. Но, к сожалению, это не школьный вариант, то есть я не смогу в повседневной жизни в них ходить, потому что они немножко нестандартные, но они мне при этом очень нравятся. Здесь на ногах такие ремешки, и сзади тоже. Это с высокой посадкой, как вы поняли, но они не блестят, они такого плотного материала. Я вам ставлю картинку, как они смотрятся. Не знаю, мне почему-то это вообще очень-очень они понравились, я решила, да, я их должна взять. Хотя это на любителя, да. Кстати, я вам забыла рассказать, я нашла два сайта крутых. Сейчас я вам расскажу. Первый называется plusbonus.ru. В общем, через него есть возможность возвращать часть денег в интернет-магазинах. Почему бы не воспользоваться такой возможностью? А второй сайт называется gouapkas.ru. В общем, я вам оставлю ссылку. Этот сервис помогает получить деньги за установленные приложения на телефон. На девайсы iPhone, iPad, Android. Вы скачиваете это. Вы скачиваете это приложение, после чего на счет вам сразу приходят деньги на мобильный счет или на веб-банк. За установку каждого приложения платят 5 рублей. Конечно, накопить на iPhone будет тяжело, но, например, пополнить счет на телефоне вполне возможно. Я пока не думала, показывать вам или нет, ладно, покажу. Я еще заказала пальто от Ромби, я просто думала снять какой-то крутой лук, но... Ну, я не сдержалась. Это такое пальто. Пальто хорошим качеством, мне нравится, как оно сидит. Мне очень нравится цвет, он именно такой... я не умею описывать нормально цвета. Он же не кофейный. Ладно, неважно, телесный. И я очень рада, что у нас потеплело, я смогу его носить. И я очень почему-то полюбила пальто. Да. И здесь есть поясок на талии, так что даже в пальто ваша фигура будет смотреться хорошо. Давненько я ходила на массаж, и мне массажистка делала массаж, очень классная штучка. Я у нее спросила, как она называется, и поэтому решила себе тоже заказать. Вот так она выглядит, такая чудная баночка. Ею можно делать массаж и спины, и даже можно делать массаж против целлюлита, и она очень эффективно помогает, делают массаж против целлюлита на ногах, животе, руках, то есть на всех местах, где у вас есть целлюлит. Она очень маленькая, удобная. Я заказывала ее в интернет, так что можете тоже зайти, я вам, конечно, оставлю ссылку. Кстати, ребята, хочу вам посоветовать крутой канал девушки Анфисы Ибадовой. Она видеоблогер, она очень милая, добрая, и я вам тоже оставлю ссылочку на ее канал. Ее видео наделены чем-то особенным, мне безумно нравится эта девушка как человек и как блогер, и вот. И это и все, наверное. Я рада была, что вы посмотрели это видео до конца. И да, это все. Всем спасибо за просмотр. Пока. С вами была Юлия Довольская.